А вот кто у меня еще дома оказался. Вот. Вот такая птичка славненькая. Он не может летать. Я не знаю, что с ним. Я проверял, вроде крылья у него целые. Я ему водички поставил, вот пшеница. Вот еще пшеница в пакете. Не знаю, что эта птичка. Почему она не летает? Почему ты не летаешь, птичка? Ух ты, бедненький ты голубочек ты. Ты бедненький ты. Ух ты, ой, ты боишься. Ты понимаешь, что тебе добра желаю, да? Понимаешь. Ух ты, боже. А этот пришла, ее не было 2 недели. Девочка вот пришла. Вот она. Пришла, поела. И уже просится на улицу. Вот она съела. Вот целый мешок вискаса. О, пошла, пошла на выход. А он, бедненький, я его сейчас ехал на улице, увидел, он уже темно было, я фарами осветил его. И он сидел, бедняжечка. Ух ты, бедненький ты, голубочек ты, бедненький ты, хороший ты какой. Ух ты. Ты понимаешь, да, что тебя в обиду тут никто не даст. Вот ты. Может, покушаешь. Он что-то не пьет, я ему даю пить. Вот. Давай, попей. Не хочет птичка водичку. Ни пшеничку не хочет. Что с ним? Не могу понять. Я всех спасаю. Не знаю, что с этой птичкой делать. А у этой ошейничек другой уже. Пропащая кошка. Попила птичка, умничка. Просто он боится, когда я рядом. Это что? Ты умничка, птичка. Там еще пшеничка есть. Покушай пшеничку. Я его уже глажу, и он пьет уже. Прямо во время того, что я его глажу, он пьет уже. Уже он понимает, что ему добра желает. Я сейчас его гладил, он прям попил еще так. А вот хлебушка-то он что-то не может еще кушать. Может, попозже захочет. Да, хороший, хороший, хороший. Все зверюшки ласку понимают, даже голубочек, он понимает, что его жалеют. Он уже не боится меня. Но все равно немножко остерегается, но все равно он понимает, что его ласкают. Он уже вот так я его гладил по голове, а он попил прямо во время, когда я его гладил. Вот эту водичку попил. Ух ты, ух ты. Что же с тобой? Ты не умеешь летать. Где у тебя болит что-то, наверное. Ух ты. Не бойся, не бойся. Вот покушай зернышко. Зерна покушай. Покушай, голубочек.
Хороший какой. Хороший. Птичка ты хорошая. Сколько жрать будет кошка? Зри-зри. Ой, какая толстая она стала. Она беременна или нет? Я уже понял, что случилось с этим голубочком. Он поносит через каждые 5 минут. Поэтому я ему налил вот воды, разбавил с марганцовкой, и он ее будет пить. Я его даже насильно заставляю. Он пьет ее. Может быть, у него пройдет. Да? Давай спить. Давай, попей. Попей, давай. Вот так. Насильно заставляю его, и он все равно пьет вот так вот. Давай. Давай, вот так. Давай, вот так, вот так. Ну, он сейчас пил, по крайней мере. Вот так. Ну, пей. Ух ты, бедненький ты, ух ты, бедненький. Он поносит. У него такой поносик, бедненькая птичка. Он просто ослаб, у него отравление. Он что-то съел, наверное. У него понос ужасный. Вот, будешь пить эту водичку, когда захочешь. И вот так вот, он у меня живет 6-й день. Мы с ним мучаемся. Я мучаюсь, и он мучается. Потому что я его кормлю только вареным рисом. Вот таким образом запихиваю в рот ему. Потому что он сам не может есть почему-то, я не знаю. Слава богу, что хоть водичку пьет. Я ему запихиваю в рот, вот побольше риса запихиваю, он его кушает. Ему это ужасно не нравится. Ну а что делать? А так он умирает с голода, не ест. Поэтому сырые гречку, там сырой рис, он, у него желудок не переваривает, он его через 5 часов срыгивает. Берем рис, вареный, мягкий, потому что твердый к нему не переваривается. Но ему уже стало лучше, он тут уже, когда покушает, начинает за собой ухаживать, расчесывается, вымывается там, все, чего он не делал ранее. Напихиваем ему полный ротик вот так вот. Вот. Видите, как ему это не нравится. Зато у него появился густой кал, потом какал одной водой. И через каждые 5 минут. А сейчас стал реже какать, стал веселый, стал обращать внимание на улицу смотреть просто. Не хочет, ему это не нравится. Ну, когда он покушает, потом он становится веселый. Вот так на подоконнике он у меня и живет уже 6 дней. Ну вот так он сейчас, после того, как я покормил, он немножко расстроен, и камера очень близко к нему стоит. Он сейчас такой. А так он начинает за собой следить, расчесываться, там, перышки поправлять, веселый. Видите, как голубочек начинает за собой ухаживать. Покушал и повеселел. А еще 3 дня назад он вообще ничего не мог делать. И вот тут он вон как ухаживает за собой. Чистится. Ухаживает за собой. Посмотрите на эту птицу, она преобразилась, и как она защищается теперь уже, смотрите, во, вот она бьет меня, видишь, даже со звуком. Ой, укусила меня. Ой, укусила. Ой. Какая стала агрессивная. Ой, еще и крыльями бьет меня. О, так я ее уже летать учил сколько. Ой, какая. Стоит за себя. О, вот какая птичка стала.
крылом. Молодец ты, моя хорошая ты птичка. Ты моя умничка, ты хорошая. Мне очень радостно, что она такая. Что она уже появилась агрессия, что она такая вот сила появилась. Я ее кормлю пока, ну пьет сама. Птичка живет у меня уже больше недели. Вот. Она уже не сопротивляется, когда я ее кормлю, сидит смирненько, а то я прямо мучился. Когда же она начнет есть? Вот. На самом деле, вот она уже такая у нас бодренькая. Оживает птичка. Да, вот, она уже интересуется тут всем. Ой, вот так, вот так, ух ты, какая ты птичка ты. Ты хорошенькая птичка. Ух ты, птичка, иди на свой подоконник. Вот она уже даже спрыгивает. Сейчас драться с камерой будет. Ну-ка, подерись. Подерись с камерой. Обратите внимание, что голубок наш раньше так сопротивлялся, когда его кормил. Но я тут еще приспособился кормить его немножко по-другому. Открываю ему ротик, он сейчас не сопротивляется уже, не лупит меня крыльями, не убегает, просто сидит и ждет, когда я ему насыпаю. Я набираю в трубочку просто гречку и рис, и с этой трубочки насыпаю ему в ротик, и он это ест спокойно, без всякого сопротивления, видите? Вот он, потом я ему вторую порцию накладываю, вот он так открывает ротик. Вот, опять набираю в трубочку, засыпаю в ротик ему, он ест. Вот такой молодец, такой голубочек. Он понимает, что я его кормлю. Что я его мама или папа, кормилец. А еще покажу, как он горох ест. Вот, теперь он уже как бы может переваривать пищу твердую. Сначала мы ему варили все. Теперь так открываешь ему ротик. Ну, когда уже поест, он уже может немножко сопротивляться. Вот. Берешь горох. Ну, что ты, блин, стесняешься перед камерой? Открывай ротик свой. Он уже наелся. Вот, ротик открываешь, берешь горох. Раз туда ему. Ну, все, горох у него внутри. Открываем ротик, горох, один можно даже два, вот так, ой, ну ладно, один, ну ладно, сейчас два закинем. Что-то он перед камерой стесняется, обычно так сидит, смирненький, сначала вообще у него трудно было кормить, вот один горох, вот второй горох, о, все нормально, съел. А теперь я покажу, как он еще уходит отсюда, сам уже теперь. Вот, ну, вот так вот, нога с плиту, вперед, на подоконник. Давай. Там водичка у него стоит. Вот так, все, он дома. Все, и ты его там домик за шторой. И что, сегодня, только сейчас я принес еще одно чудо. Вот, посмотрите. Еще один голубочек к нам прибыл. Он тоже возле моего подъезда ходил. Его там какой-то мужик ловил. Вот это видно, что этот маленький. Я не с крыши, наверное, упал. Ах ты боже мой, что же мне с этими голубями-то так? Вот теперь у меня будет два голубка.